как можно провести субботний день. Можно подольше понежиться в постели, можно совершить утреннюю пробежку, а можно даже сходить в кино. Но если вы заканчиваете школу и хотите решить, в какой вуз вам поступить, то важно не пропустить день открытых дверей в ТГУ. Итак, 2 ноября, суббота, и у нас в ТГУ день открытых дверей. Это традиция университета. Именно здесь абитуриент знакомится с вузом, где ему предстоит провести несколько лет. Перед школьниками и их родителями с презентацией университета выступили студенты, специалисты по внеучебной деятельности, преподаватели. Ректор ТГУ Михаил Михайлович Криштал лично отвечал на все возникающие вопросы и рассказывал о перспективах обучения в ТГУ. Дорогие друзья, я очень рад, что вы нашли время и вот в выходной день пришли к нам в университет пообщаться с нами, посмотреть на нас. И я надеюсь, что многие из вас и абитуриенты, здесь присутствующие, их родители, выберут наш университет. Действительно, можно видеть, как на глазах меняется облик университета. Где-то еще что-то не доделано, но с каждым днем становится лучше и не только с точки зрения внешнего облика, но и с точки зрения содержания. Мы очень сильно продвинулись по ряду вопросов. Наши студенты реально востребованы, выпускники наши востребованы экономикой города. И вот те, кто поступают сегодня в наш университет, будут иметь беспрецедентные возможности для трудоустройства и для карьерного роста здесь, в Тольятти, в родном городе, попадая в транснациональные компании. В актовом зале гости не только лично познакомились с директорами институтов и проректорами, не только получили ответы на все вопросы, но и увидели концерт звезд универа. Силами творческих коллективов была подготовлена концертная программа, где, собственно, будущие студенты узнали о жизни вне учебы. Специально для абитуриентов работали интерактивные площадки каждого из 10 институтов ТГУ. Мне нравится. Мои друзья заканчивали ТГУ, очень хорошие отзывы. Решила сюда поступать. На психолога хочу, ну или на журналиста. Еще колеблюсь с выбором. Вот, меня тут нарисовали. Ну, я хочу в будущем поступать сюда. Мне здесь нравится. Это самый такой успешный университет в Тольятти. Я надеюсь, мне здесь очень будет нравится учиться, очень хорошее образование здесь. Вот я общаюсь с людьми, которые отсюда выпустились, они говорят, молодец, сюда поступай. Ну, я считаю, что ТГУ – это самый хороший университет нашего города. Мне сегодня понравилось, я считаю, очень интересно. Я узнала много нового. Ректоры ответили на вопросы, которые мне были интересны. Все гости нашего вуза смогли практически на ощупь попробовать каждую из предложенных специальностей. Судя по реакции гостей, день открытых дверей прошел как надо. На отлично!